Так, где вы там? Подходите, давайте. Да, кстати, сейчас опять накину. Так, через ПД. Потом еще падал. Йоба падал, да? У Йоба его метку не разбили. Вообще. Может, притяжки там вроде все... Не-не, у Йоба его метку не разбили. Там изи ДПС еще падал от того, что... И шаман еще какой-то. Там два шамана сразу умерли. А почему-то стол под дыханием умер, 84 тысячи. Так, вроде начислил, давайте все тут. Под дыханием, когда уже танк упал. А, это в конце? А, ну бомба, значит, вторая смерть. Чек, бомба, просто у меня камера на максимум удалена из-за тексты. Ушла, я не видел ничего. Кушайте рыбу. Так, давайте, все готовы, ДК начинай. Так, давайте, притяжка сейчас будет, готовьтесь сбегать. Или голос притворись. Там охотник, сбрось игру. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Давайте точно бьем, смотрим, где падает. Хлеба близко, вот здесь хлебов падает. Там же, чуть дальше только. Давайте бьем с правой стороны склепы фуловые. С левой стороны. По центру между склепов. Стоп по склепам, стоп по склепам. По центру падает. Все, разбивайте. Так, притяжка сейчас будет, а то сейчас бегать. Бежим. Давайте больше ДПСа. Сейчас будет звездка задотайте. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Давайте, вниз ушли метки. Давайте. Точно бейте. По центру падает. Так,
там же. С левой стороны падает между склепами. Бейте центральный, бейте крайний правый. Крайний левый бейте. С левой, с правой стороны падает. Стоп по слепам. Доразбивайте. Слушайте, это хил упал. Я знаю, там БР у кого-то есть. Подкатился. Ну, рез и слава. Захитить его сразу. Ходи по нему лапку. Так, один хил только хилит, вообще милики аккуратно, ничего там не стакаем, ни в рейде, ни в милизоне. Давайте все будем под босса носить, фаза пошла, смотрим на кометку. Так, фюрер под босса, ушли милики, захильте его. Хильте, хильте. Сразу разбивайте. Следующий под босса будет притяжка. Так, столб под босса, ушли милики. Так, его не бьем, там хил тем более. Отошли. Следующий под босса. Милики не подходят. Блять. Ушли милики, ушли. Сразу разбивайте. Так, левый давайте быстро. Первый левый. Там танк. Следующий в сторону. Стол в сторону. Так, милики пошли тот столб. Ковыряйте РДД, бейте Синдру. Давайте милики пошли к столба бить. Следующий под босса. Клон, дай им на ХП. Фюрер, не умирай, не стакай. Блять. Я просто стоял. Разбиваем сразу. Скидывайте стаки, не надо выбегать там право-лево, ничего не надо это делать. Уотербол под босса, ушли милики. Притяжка будет, склеп не бейте. Стоим, скидываем стаки. Беги, малышка, беги! Следующий под босса, милики не подходят, разбивайте РД. Тюменская под босса. Ушли милики. Сразу разбивайте. Так, в следующую сторону понесем. Ну и в сторону. Им дать то, что половина хил. Так, милики, пошли бить метку. РД бьем Синдру. Фотон, давай по команде даже им на ХП. Неизбежность под босса. Что за хильте? Разбивайте сразу. Бьем сразу, следующий под босса. Гутербол под босса. Ушли милики. Притяжка сейчас будет, не бейте. Следующую сторону. Ушли в сторону. Так, сирена в сторону и добиваем. Так, протопал умер, плохо. Рост, рост. А, дайте рост. ДЦ, если что, там по команде гимн на ХП дашь. Так, рога в сторону. Подхимите потом, пожалуйста. Он летает в сторону. Бейте скреп сразу. Так, часы рольте. Давай спек надо кому-то. Ауф рольте. Yeah. Так, это все на ауф роли, да? Куда сейчас?
Давайте на чум, на кровь лучше. Пойдем на кровь. Кто куда отвечал? На кровь. Да, блин. Так Войт же выше меня. Войт изыватель. Токи на Ена приста? Не, нету. Так вон он, завоеватель. Паладин, жрец, чернокнижник, чего? Или там он прообычный? А, не, он, наверное, прообычный. Зачем тебе обычный? Сразу герой роли. Здрасте. Такой здрасте. Перескочи через освещение. Сразу освещая геровским. В какой церкви? Ой, изи ДПС, возьми уёбай, там ему отдал печеньку. Кстати, кто может квест на чуму предложить? Ну там моб. Никто, ты ж мимо пробегал. Так он не даёт мне за этот квест. Значит, ты уже делал. Он мне не мешает. Он провален был, его убили. Так, а ты отменил квест? Так отменил, не, назад не могу взять. Ну, я не могу шарить, он мне не шарится. Отменили его, нельзя шарить уже давно. Рейген тут? Давайте, идите, агрите, бейте большого лича, точно печеньку поставил. Ты чё, в этом? Совет? Да. Этих всех мелких сливайте массами. Ваня, а что это ты линкуешь? Это аддон пытаюсь настроить, у меня слетел что-то, не пойму чего. Давайте, присты наверх, пришли, рейд внизу, стойте. Так, давай, фотон, звездочка, клон, печенька. Фотон. Кто там дальше? Селена, Ромби, Слава, давай, трусы. Начинайте, контрольте. Печенька моя. А мы в советника играем. Играйте в советника. Трусы, урод, линканул. Печеньку убейте. Печеньку потом массами будете сливать. Повороте, вообще твоя была звездочка, тебя первого назвали. Моя печенька была. Моя. Звездочка клон, печенька фотон. Моя печенька, не отдам. Себе наделали клон фотон, чтоб путали, да, спецом? Вообще не говори. Только Бойда ни с кем не спутаешь. Нормальный пацан. Сразу можно узнать из тысячи. Второго того тоже тяните. Первый ник мой был Блэк Бич. Черная сучка. Это, короче, был андет, мужик. Ну, короче. Черный, да? Мы там все знакомились, все. Давайте. Присты. Присты, идите, контрольте. Играем в черепок. Контрольте. Тактик, сука. Не паркируйте. Ах ты пан, ах ты пан. Давайте, плохо. В черепок играйте, как по старинке.
кинуть их разок? Ну попробуй. Как все. Дайте черепок, а потом остальных всех. Только на пол дайте. Ну, трусы можно сыграть. Кого меньше хп, того и бейте. Давайте печеньку играйте, потом остальных. Отойду быстренько на минутку. Сегодня, если кинетика падает, катушка будет уходить. Походу теряла на одного босса. Специально не будешь бить. Так, ну давайте все тут вроде Ною только ресните. Ною, не Ною. Все, можете мазбафы давать. БДК на двоих, протопал на одном. Сверки все бейте, РДД. Подождите, подождите. Сразу Карлсон вспомнился, не реви. Эй, не реву, говорит. Так, клапку дайте еще. Вроде на двоих нету. Давайте чек на пул. Я тут. Давайте, все готовы. Толдорама на БДК на пульте. Пошлите запускать. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. И почему совы не могут летать? Я, кстати, летал на Ола, забагался и летал и стрелял. На вихрях только отбегайте, скажу, когда. Бежим. Неужели такое бывает? Что, вылетают? Что не... Нет, что не отлетают. Ну что раньше? Кинетика падает сзади. Сука, кинетика. Блядь, я... Давай. Гневом. Не, вы видели, да? Я... Бог. Я даже 11 стаков набрал. Дайте рост с хиллер Д на рейнжу. Так, вихрь возле Мириков аккуратно. Дайте рост. Заливаем его. Только Кириса это сверки не сагрите. Да, я отведу, наверное, чуть. Рога, а ты на пуле вышел на меня, скажи, пожалуйста. А что такое? Не, я просто на... после синдры словил себе на мысли, что у меня в аддоне настроено, чтобы отображалось, и я за инст ни разу не видел, чтобы на мне были триксы. Подожди, а ты ДК или пал? ДК. Я не знаю, там точно на пуле вы. Сейчас я проверю, как он настроил, может, ты читаешь. Неправильно. Смотри, вот сейчас смотри. Кирис, это точно бейте. Без масла. Во, вот сейчас есть.
То да, есть ты на меня не напуливал раньше? Нет, до этого тоже все было. Но у меня в центре экрана эта иконка. Вот сейчас было видно, раньше ни разу не видел. Ну я вижу, мне так с энергией дает. Ну я тебе говорю, я на пули специально смотрел сейчас. С пула не было триксов на мне. Следи, пожалуйста, за этим. С пула должен всегда напуливать на танка ты. Пожалуйста, да. Так, давайте вот. Планара добиваем. Вихрь, надо будет разбежаться, скажу пока. Бежим. Катушку хотят все, блин. Кинетика падает. Тресайте павшего. Так, колечко на майнспек рольте. На офспек. Тут с вами, мне кажется, один и тот же лут. Это кольцо и уже этот грудак. Вань, я лиловнусь. Угу. Крутак бисовый, наверное, друхоли пристана. Да, вы там инспект рольте. Хорош. Кто-то взлет. Того можно? На успех, короче. Привет. О, блядь, клон, ну сука. Ты чё? Негодяй, гад. Думали, это ты? Кто-то в чат писал, что ревновал тебе. Типа, а, не ревновал, а шаман есть. Твой. Посмотреть. Шаман. Там сказали, что это Олега Шаман, Влана. Так, короче, бля, это не я. Я никому не давал пароль от шамана. Никогда никому не давал. Персонажа купил 5 лет назад. Поменял почту, поменял пароль. Вот, теперь думайте, как можно взламывать персов. Эй, мы пидорасы. Ну а чё голду не забрали тогда? Потому что там я ограничение поставил на голду. 5000. Я может только забирать голду. Хорош. Ну, блин, я думал это, не знаю, друид там, ещё кто-то. Ну, блядь, это шаман, которому я никому не давал пароль. Сатон, контроль печеньку, клон, контроль звёздочку прямо сейчас. Ну ты пробовал зайти на него сейчас? Да все там заходит на него. IP какой-то другой левый. Я его заскринил на всякий случай. Если кодекса взломали и все забрали с их ГБ типа админского, то что за другие говорить? Держать печеньку. Да. Да, но она перескочила. Ну, фласки там, рыбный пир, сокеты, вот. Да, голду никто не взял. Да, никто не фармил фласки, я сам все фармил. Да, но они стали исключать персов из гильдии, так как права-то есть у всех. Не, нет, только у гвардии, по-моему, только права есть, и все, и выше. Ну и шамана моего, которого взломали тоже. Же не за этим зашли. Ой, могли бы еще и кикнуть гильдию сейчас. Было бы вообще конечно. Ты сейчас на одного оставишь права. Честно, я хотел, чтобы... Не, если бы распустили гильдию, это было бы круто, на самом деле, мы бы забили играть уже. Короче, методом тыка мы
Можно посмотреть, кто спиздил это все. Так, ну фласок нету. А, я, короче, говорил пацанам, я говорю, да он, наверное, гильдию создал, типа, перекинул, типа, на всякий случай, все, ну, все с этого банка в другой. Оказывается, он весит. Да даже нет, за это не обидно, за обидно за то, что так можно, не знаю, любого перса так ломануть. Может быть. Может, это в свете недавних событий? Каких? Каких? Забыл. А, псих взломал, да? Я понял. Нет. Ну просто прости, я к нему хорошо отношусь, но это постоянно. Чек на пол. Реголас биг. Нет, сейчас напуливать не надо. Давайте танки на позицию, все готовы. Танки, идите на позицию, начинайте. Как это? На танка надо пулить? Олег, можешь там выключиться, тебя фонит сильно? Ты с Олега, ты тут еще? Да. Ты на Мадонна какие-то инде не качал? Да не, я не качаю такое дерьмо. Ну и Деймосы тоже взломали как-то там всех в одно время. Не, Деймос давал пароль кому-то и забыл. Я никому не давал пароль. Чем вы хило-то укусили? Повороте, может, ты выйдешь? Клон, ты и так обнаглел. Чего? Шмот забираешь весь подряд. Да? Обнаглел. Давайте отходим. Отходим от луж, сейчас будут фиры, там ДЦ кинь антифир на кого-то, на ком тебе не будут сейчас. Не надо антифир, прожимайся, беги. Стаки, раскол, раскол. Адромали кресло, я Войда пока. Я бесполезное говно, блядь. Войд, ну только прости. После вихря вставай, сейчас не вставай. Да, мастер. Вставай. Не сбегайтесь, там рыжие братья между собой, не стойте в куче. Еще одна взлетка будет. Ною тени. Хиль за хиль за хиль. Так, дайте рост. Уже че вы подрамали, а че ты медведем дамажишь? Может, пакт?
Дайте еще один раз, пожалуйста. Дайте еще один раз. Наберите там. Ну, так, Леголаса, давайте все быстренько запулили. Не, сову запулили, а то сейчас. Леголаса бейте, а то сейчас нас всех сваншотит. Отходите от луж, тени звучаются. Я побежал. Слейте ханта быстрей. Добивайте. Наряжу, наберите между собой. Потом дай им на хп, клон тоже на хп. На лужу аккуратно, лужу разлил криво, знаю, вы меня не любите, там аккуратно. Ты мои лужи видел, там вообще Войт упал. Я в пире там забежал. Посох надо кому-то бесплатно? Да. Ворвался. Бесплатно, говорит? Подожди. Так бесплатно или за 10? Давай, ну, за 10. Давай. 177 хп. В принципе, за 10 могу взять. Человеку там нужно, видите, как он прям ворвался. Да. Посох необходим просто. Чё ты мне дал? Он меня убьёт сейчас. Ты кому? Блять, фотон. Фотон, дай клону. Ваня. Да. Я отойду на 3 минутки. Хорошо. А покоритель собачки нужен кому-то? Повороте, на-на-на, я тебе отдам, только не бей, пожалуйста. А где ты? Внизу. Кинь мне собачки покоритель. А я вышел на охоту. Сейчас. Спасибо. Так, героический, смотрю, кто тут... На бонус, да? Слушай, где варовские печеньки? Они же всегда падают, никому не нужны. Спасибо. Мне нужна одна. Ну, что стоите, идите танчите. Так, давайте там мастаны, давайте диспельты слизня, кольцо льда, там паудиновские станы. Там репа за пепельный союз, почтение, уважение. Там тоже кольца меняются как-то, да? Да. Сколько их все? 3 штуки кольца должно 4. Быть, да? 4, да?
А, там с камнем, да. Стрелком. Прок там на третьем добавляется. На четвертом камень. Как там ради прока брать, смысла нет, уже проще до четвертого уровня дождаться. Просто много довольно репу добивать до последнего, нет? Уж уже с таким ходить, просто с строком. 200 голд не так много. Ну кто экспресс одевается, это вот как мы с Ваней, короче. Экспресс. Войт. Вы кто вагонится, да, Войт? Вагон это называется, а не экспресс. А потом нам будешь рассказывать, что некоторые любят своих вагонов водить, да, помнишь? Не, я 25 раз в неделю там и все. Не, я Войт, Вань. Он там просто, раздиспелите, пожалуйста, товар. Ну, в обычке святое делает, от 0 КГС можно идти. На волю сотку выкидывать нормально. Агрите одну собаку, дети бейте. Давайте правая подошла, давайте правую. Левая ушла, давайте правую. Река, ты в РК? Боже, как же лагает, хоть загиделивай. Это сервак такой. Не, это понижение там делает Олег. Какое понижение? Не знаю, у меня показывает 218 пинга сервера. 92, чуть-чуть упал. Не знаю, но я еще мало. Ну это Олег там в гильдии понижает своих пингов, это он лагает. Ну ты хряник захуярил. А говорил, никогда там не будет играть. А как собирать он с них будет, если кнуты ж не могут говорить, да, типа? Ну чё, других нету. Ну в смысле, это не знаю. Давайте левую, идёмте, агрите. Так ладно, давайте, собака пошла, стойте тут, там ловушку, идите одну налево, я сейчас направо сбегаю. Вон, мел, собаку пустили. Собаку пока не бейте. Ловушку с той стороны сагрите. Не. И подождем, пока Олег всех разжалует. Меня что-то лагает. Что, не запустилось, что ли? Короче, это нормальный посох, у тебя будто миллион вариантов. Хоста есть. Ну, хоста есть, посохи есть. Камни вставить можно, зачарить можно. Дух тоже, ничего страшного. Я думал, там этот аркус идет или ящик. Не, ну, если у тебя есть другие варианты, конечно. Олег, если ты в РК, твои персы ушли в кнут и пряник, короче. Бейте ловушку. Сейчас приду. У нас новый гейм в гильдии, поздравляю. Кто, Кригер, что ли? Даня, ну походу. Даня, это ты?
Даня, Даня, тебя взломали? Чё происходит? Они там в другой комнате общаются. Ёбаный стыд. Да нафиг вам это ИПД покер вообще? Кто сбрасывать будет? Сбрасывать будет ИПД. Так, ладно, давайте бафы, кто там по рейнджу получается. Охотник, протопал 2, 2 лука, 3-4, сова 5. Фотон я выйду. Фотон 6, клон 7, селена 8. И давай, кто тут у нас? И Клара тоже на рейнджу выходи, 9 человек. Давайте чек на пул. Что там, Леголас не хватает? Готов? Так, давайте, все готовы, ВДК начинай. Бля, я на рыже сова. Да. Блять, что-то мы в одну сторону спешили. Перебегайте, когда там лужи разливайте, чтобы там по 10 человек не стояли. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Вот встал ко мне, кто там? Больше в центре собирай. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Починил трубы для подачи ядовитой слизи. Лепочка вонючка. Больше в центре забирай. Новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. А, взрыв, бегите, что-то взрыв, что-то не показало. Так, давайте, Колобунус, выходи на рейндж, Колобунус на рейндж, все, убивайте. Что там в слизне кто-то свел? Тесать нам сразу павших. Шип на мейнспек рольте. Сука, ссаный объект. Гниломорт сдох, но есть и отличные новости.
новости. Он оставил... Ты тебе объект. Ты же сова. Ого! Да я поэт! Дашь шлем бесплатно? Вот он у меня с обычки. Такой. Да, да. Спина надо кому-то на майнспек. На успех. Там кровь просит из ДПС. Если не сложно, можно рыбку? Еще раз ролите, да? Читаешь? Кто-то еще спасал ее на ролл, шип? Не-не-не, случайно. Так, давайте споры в двух шаманах, печенька, трусы. Их в мелизону два раза вынесем, там третья команда, сами пусть идут. Дайте каску пола, так далее. Давайте чек на пол. Грубар, дайте. Фотон. Да, да, я тут. Так, давайте все готовы, ДК, начинай. Стойте, враже там не стойте, кучно. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Тюменская. Вот это как было, когда вы заходите в ЛК, пишете пароль, логин, то в капче пишется, что через ваш компьютер или сеть пытались многократно войти. Кажется, это в этом проблема. Нет, ничего не было такого. Не, о том, что, не знаю, хотя подбирать пас, это... Okay. Это дохуя надо. Может, программ тыкает, который... Да не. Да не, это странно, на самом деле. Но если ты никому не давал, то только деньги заплатишь, чтобы тебя кто-то взломал. Тогда я не понимаю. Пароль 1, 2, 3, 4. Не, у меня нет такой пароль. 4, 6, 8. Квартия, 1, простое 20. Слово. Простое слово с тремя цифрами. Сколько у него? 7 в слове и 2 цифры. А какие буквы? Я не вижу раскола. Поставь, пожалуйста. Шмотки никто не удалил. Странно. Что странно? Человек заработал денег. Он не решил не гадить. Обычно продают шмотки, чтобы... Ну это голда типа. Да лол, да блин, так цель была узкая, человек мысль, забрал с ГБ и все. Да нам ну, психу нафиг не надо было, че он вообще. Ну а если, ну я подозреваю как бы, но а кого тогда подозревать? Да тех, кто голдой торгует, и думаю, те взломали.
Нет, я не думаю, Вань. У тебя было такое, чтобы тебя взламывали? Да, и персонажа в науке продали. Ну почему вдруг просто Олега, у которого ГМ-гильдия где-то есть что-то? Ну, так ГМ-гильдия, доступ к ГБ, а ГБ там что-то да есть. Денег не успеют снять, то фласками, шмотками такое. Смотри, там кто-то сейчас будет много шмоток продавать, которые в ГБ были, то вероятность кто-то украл. Там фласки кто будет продавать. У меня был знакомый, который в АДК, он будет уже одет, был, просто взяли и продали. Просто заходь на АК, там его нет. Ну, на АУКе причем. Тапочки есть? Не. Будем считать это случайно, да? 10. Поезд надо кому? Да, ролю. Можно пойти пока квест быстро взять? Да, давай. Рольте за 10. Ну, не очень. Ну ладно, слава, выжил. Хотя надо, но он не идет на ядро. Хасту лучше скрыть. Чай надо за 10 кому-то? Это для хила, да? Угу, вот это все. Че, реально она лучше, чем с духом? Для ДЦ, да. Хотя для ДЦ лучше, скорее. С духом нашу. Тут желтый камень. Слав, заходи на Вара, визи ДПС тоже там, заходи на кого-то нормального. Тут ДПС надо будет нормальный. Кто есть? Сейчас считаю, у меня плюс 10. Дайте там шкафчик. Тыкать на суммы. Заходи на Ворослав. У кого ниже ДПС, чем у Дукаты? Вот да что ли? Там Сирена, Фотон, что-то Сирена, не знаю, Рох. Что случилось? Или магом? А, на профу тоже хорошо было бы. Сейчас, если не убьем. Заходи, потому что тут надо ДПС. Проф, мне кажется, сейчас сложнее лича. Да, заходи на Вара. Да, на Вара, на Лука. Да, я лича все-таки самым сложным считаю. Ну пока нет. Он, у него от атака он не бьет, жнец не работает. Ну там атака не бьет, да? Типа он физикой бьет жнец. Да, он броней срезается. А в комнате такая же хуйня, да? Вот эти, ну АОЕ. Что именно? Ну вроде так тоже броней снижается или снижалось. В комнате? Да, в комнате дамаг. Цикинь, на сумму? Нет, этого не знаю. Ну, снижается, потому что мы тестили там... В повороте, заходи локом. Сейчас, подожди, шкаф, постойте. По-моему, снижалось. Бомба или аура? АУЕ-то? АУЕ, на аура. Да не, вряд ли. Это давно было, блин, в 15-м году. Срыбок, вы не падаете на профит, там на личи. Да, конечно, я заберусь.
Ну что там, давайте. Подожди ты. Так, я, наверное, тутку таблетку выпью сейчас. В комнате. Ну, слэш С, зловещий дух вроде как, да, пишешь. Вторая строчка, слэш каст, всепожирающая чума, все. Две строчки тупо. Ты тут? Сейчас поворот Нолоха зайдет. Будем бафаться. Так, вы даете пати? Походи. Он зашел вроде. Плюс они там какие-то. Я зашел, давай. Плюсуй. Ты плюсуй, а то тебя искать еще. Да я не вижу его. Лока, не можно найти повороте, ну смешно. Ну плюс один гильдию, ну. Ну ёпу има. Я его гильдии не вижу. А вот он. Ваня его ищет там среди 36 людей. Могут найти друг друга. Фильтр просто поставить не может, да? Так, давайте ДПС топать не будем. Эрдро нету, короче, кукла. Первого не замедляешь, первого так сливаем. Как нету? Так подожди, стой, стой, стой. А как накопить рагу на двух? Стопать надо? Ну, стопать. Первого если не замедлять. А, ну да, надо стопать будет. Подождите, у нас демона нету, подожди. Если не стопать, то переходка сразу. Кстати, если у кого-то есть ДЦ, то можно здесь ДЦ сделать. С ним выживаемость резко повысится. Есть ДЦ. Так, добавим. Ну, ДПС-то по нём первого сольём, как обычно, так, просто без замедления, замедлять первого не будешь, а потом, как обычно, будем играть. Давайте чек на пул, просто бурсты свои не отдавайте. А лучше всего кральку в рду, и будет всё заебись. Тут опять хилов будет. Зато будет всё заебись. Ориенс, неизбежность. Стой, стой, стой. Кто у нас демон? Не знаю. Надо посмотреть. Давайте уже. Если его. Все, ладно, я буду демоном. На этом. А там графит демона. Наверное. Не спросил меня на этого босса. Ладно, буду демоном. Так, ладно, давайте все тут. Неизбежность тут. У вас получается демона не было? Или что? Не, был. Был, был. Был демон. 70 лет. Так, давайте все тут, подходим к боссу, паладин, иди пей куклу, первого не замедляй. Лучше ты не отдавайте, с топорем профу, когда скажу. Начинай, Дань. Мы в лужах не стоим. Так, где-то? Так, стоп по профу, стоп по профу, не бьем, не бьем профу. Там 4%. И сейчас сюда, будет зеленый, зеленого сразу бейте. Вот сюда, вот сюда, сюда. Звездочку становитесь. Звездочку, давайте бьем. Бежим. Так, смотрим, куда отбежает. После ретарита сбежимся, после ретарита. Давайте бьем. Добивайте, переводите. Захиливайте. Выпиваю лужи, 1%, как обычно играем. Давайте, все под стол, зеленые под стол, красные уже бейте. Зеленые под стол, красные уже бейте, отдавайте бурсты. Смотрим, выбирает цель. Давайте, фулл ДД по профам. Зеленый бик, отдавайте бурсты, красный беги там на ком-то. Зеленого бьем, сбежались к зеленому, не успеете. И вторую лужу. Смотрим, после ретаргета будем сбегаться. Быстрее, давайте сбегаем. Замедли еще раз красного. Сбежались к зеленому. Давайте еще раз сбежались к зеленому. Беги, красный, беги. Добивайте зеленого. Блять.
Кральк Ресса, Адрамалик Ресса и Бика. Стой, пельмень летит. Все, вставай. Так, давайте, выбери цель, РД бейте уже красного, милики потом переключимся, когда цель выберет. Играем по красному. Айоши красный. Давайте колбы в центре аккуратно, бьем проф, а сейчас будет зеленый. Играем сразу по зеленому. А если его замедлить? Да, замедляй. Играем по зеленому. Бежай. Так, смотрим, сейчас ретарит будет, потом сбежимся. Давайте, сбежались. Все, добивайте. Играем по профу. Бля, он вообще не ходит. Ну, блядь, чё вы дохнете? Чё там, чума? Идти втроём, бэров нету. Четвером, почему втроём? Ну, три хила сейчас. Играйте по-красному. Бейте красного, все переключитесь, бейте. Давайте, скажу, когда стопнуть, пока бьем профа. Не умирайте, главное. Давайте, бьем профа, бьем слизни одновременно. Допиваю. Ну, ладно, смотри сам. Так. Бьем зеленого. Профа пока не бейте, бейте зеленого. Ну так, кливайте, дотайте, замедляйте, сбежайте. Сбежались. Все, переводим. Попробуй замедлить сразу двоих, замедляй, потом красного замедляй, и сможешь потом зеленого еще замедлить второй раз. Так, давайте, красные, зеленые по стенку, красные уже бейте. Зеленые по стенку, красные бейте. Давайте рост. Давайте рост. Перетаргет. Красный там смена Айоши. Сбежались к зеленому. После ретаргета еще раз бежимся к зеленому. Давайте бьем. Сбежались. Давайте зеленого бьем. Красный. Боб по красному. Сбежались к зеленому. Быстрее. Фух, убили. Все, проф убили. Давайте бьем профа. Нормально все. Повезло. Колбы аккуратно. Там демоны стоят. Паладин на трех стаках заберешь, тут не показывается. Да, да. Шманов маны мало. Так, дайте химию на... Я потом поставил, не надо. На ману дайте, у кого реги на диван есть? Неизвестность. Давай на БДК. Давай быстрее. Да, не заберешь на троих. Бля, у меня нету его в дебаф. Сейчас появится. Все, снял. Давайте, нормально. В лужах не стойте, главное не дохните. Аккуратно, и на чуме не дохните. Проводи! Там стоит. Такое, значит, он не хочет ходить. Колет. Вообще красавчик. Дресс отипавших, пояс ловкости на мейн рольте. ГЦ, этот Андромалик. Так, Андромалик уже забирал, получается.
Кто тут у нас? Айоши. Айоши, получается. А, Рейхан. Так, покорите рольте. Завоевателя. Завоеватель, да. Клон дал токен уже или нет? Нет. Прист выше меня. Какой биг? Да. Вообще его не вижу, ну ладно.